Берем конопляную муку, льняное яйцо, миндальное молоко, пшеничную белую муку, и я беру фруктозу вместо сахара. Один стакан конопляной муки, добавляем льняное яйцо, молоко 2 чашки, 1 столовую ложку фруктозы или сахара, 2 столовые ложки пшеничной муки. Хорошенько мешаем. Вот такое у нас получилось тесто. Греем сковородочку. Вот так жарим наши блинчики, оладки с обеих сторон. Вот такие получаются. Я, конечно, веганский гурман. Это факт. Люблю всякие интересные вкусняшки. Конечно, на обычный блинчик это вовсе не похоже. Вообще. Но весьма вкусно. Я такое могу кушать много. Получается, что они менее калорийные и более полезные за счет того, что тут минимум белой пшеничной муки, в которой очень много клейковины. Вот. И за счет этого они достаточно легкие. Нет яйца настоящего, то есть это льняное яйцо. В общем, если прийти к Ирочке на обед, будьте готовы, я могу вас накормить конопляными блинчиками.